Всем привет, друзья! С вами Александр Баталов. И сегодня я приготовил для вас небольшой подарок. Я подобрал список из 100 привычек. Все эти привычки в той или иной мере связаны с богатыми людьми. И кто знает, может быть, именно ты станешь следующим богачом. Присаживайся поудобнее, мы начинаем. Не бойтесь быть первым. Ищите новые пути. Работайте только на себя. Не бойтесь ошибаться. Не тратьте время на оправдание своих неудач. Просчитывайте риски. Создавайте честный и легальный бизнес. Будьте готовы получить много денег. Планируйте свой бюджет. Работайте над собой. Будьте дисциплинированными. Будьте активны. Изучайте потребности и психологию своих клиентов. Определите, что вы хотите. Принимайте советы только успешных и богатых людей. Возводите дорогу к своему успеху. Боритесь со своими страхами. Анализируйте свои результаты. Будьте опрятны. Не обсуждайте других. Работайте над своей речью. Уделяйте время самообразованию. Быстро принимайте решения. Будьте финансово грамотны. Цените свои деньги. Тратьте деньги только с умом. Считайте свои деньги. Берите кредит только на бизнес. Научитесь себя ограничивать. Развивайте самодисциплину и организованность. Делайте заначки. Решайте проблемы в кратчайшие сроки. Не откладывайте дела в долгий ящик. Инвестируйте только в надежные проекты. Создавайте ценности. Старайтесь предупредить события. Сотрудничайте с партнерами. Носите с собой достаточную сумму денег. Тренируйте веру в свои силы. Работайте ради интереса. Всегда работайте с полной отдачей. Ставьте высокие цели. Управляйте своими эмоциями. Мечтайте, но не фантазируйте. Будьте коммуникабельны. Создайте вокруг себя правильное окружение. Будьте ответственны. Стройте свой бизнес. Создавайте пассивный доход. Изучайте опыт богатых и успешных людей. Задавайте себе правильные вопросы. Находите ответы на эти вопросы. Помогайте всегда людям. Советуйте. Хвалите себя и своих подчиненных. Ведите ежедневник. Будьте трудолюбивы. Планируйте свой день, неделю, месяц, год. Экономьте на мелочах, чтобы сделать крупное приобретение. Экономьте каждый день, отдыхайте с размахом. Не общайтесь с пожирателями времени. Не тратьте время на ТВ и почту, а также социальные сети. Не рассказывайте о своих планах и идеях незнакомым людям. Покупайте дешевле то, что покупают бедные. Никогда не упускайте возможность, чтобы заработать. Воплощайте свои самые нестандартные идеи. Тратьте половину денег на себя и семью. Копите на пенсию, счастливую старость. Инвестируйте регулярно. Получайте удовольствие от дела. Продавайте результат, но не время. Никогда не бросайте начатое дело. Проявляйте упорство и терпение. Зарабатывайте больше, чем тратите. Ищите смысл в том, что делаете. Думайте позитивно. Составляйте план достижения своей цели. Размышляйте на бумаге. Научитесь управлять собой. Стремитесь к независимости. Будьте готовы к переменам. Научитесь брать на себя ответственность. Контролируйте свои финансы. Никогда не полагайтесь на удачу. Будьте юридически грамотными. Защищайте свой капитал. Хорошо продумайте свои инвестиционные решения. Трезво оценивайте свои возможности. Гордитесь своими успехами. Действуйте творчески. Заводите правильных друзей и знакомства. Ведите здоровый образ жизни. Прислушивайтесь к своей интуиции. Делайте ставки на длительный результат. Забудьте про корысть и жадность. Научитесь говорить «нет». Создайте команду победителей. Никогда не берите родственников в бизнес. Анализируйте, если есть застой в делах.
ищите пути их решения. Повышайте свою работоспособность. И никогда не сдавайтесь. И тогда у вас все получится. Вот и все, друзья. 100 привычек богатых людей вам теперь известны. И только от вас зависит, как они вам помогут в жизни. Используйте их эффективно, и тогда у вас все получится. Все ваши цели будут достигнуты благодаря вашему терпению, трудолюбию, а также активной деятельности. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Если вы еще не подписаны, ставьте лайки. И будьте всегда позитивны. А с вами был Александр Баталов. До скорых встреч. Всем пока.